Вы не просто митрополит, вы отец наш. Да, отец наш небесный. Вот как Господь все это дал. До этого было так скучно, он нас давил до пипец. А поэта все раскрепостил. На гости приезжает. Положил кепку, он сам чисто говорит. У меня кепка. Он прощение с митрополитом Сергием. Как там говорят? Татария. Там что-то через Корчево еще дорога. Я знаю, как вы отзываетесь. Один раз что-то там священника свои пробирали. Вот вы слышали слова. Вы ждете, что у вас никого не будет. Почему Евангелие не раздарете, как Игнатий Тихонович? Ваши слова мне передали. Я говорю, не умеет цитировать. Он за закрытой дверью. Цитировать не умеет. Да, Игнатий Тихонович. О, фуражка какая, любимая жена мне шила. О, родился, жил для неба, страшный суд меня спасет от всей жизни. Ну, оставайтесь с Богом. Спасибо. Ну, гляньте, платье в пол. Да. Когда у нас лучше не праздник, какого числа? Ну да, суббота будет. О, суббота, хорошо. Вот, липа отчела, да. Липа собирали, собирали. Театр у нас собирали, он такой, приходит, а из какого он у нас? Я буду собирать. Она вот бабушка, меня не приняла. А была балерина там. А что, вот так проехать? На кого у нас там? Живу. Она нормальная, еще и дороже. Ну а по Кришне, да, проехал бы ты, если бы сюда проехал бы, да? Он даже один раз ехал. А мы нет, все. Как это опутали проводами. Это человек, который сейчас подготовил. Я его как бы. Сеня, который нам. Поехал искать. Андрей с этим поедем, мы тоже там будем.